Олег Данилович, возбуждение уголовного дела против вас не является препятствием для предвыборной борьбы? Нет, не является. Я только что сегодня утром получил удостоверение кандидата в народные депутаты СССР. И сегодня начинается моя предвыборная кампания в Краснодарском крае. Что же касается самого обвинения, то, как следует из заявления военной прокуратуры, опубликованного в вчерашних «Известиях», то, по сути дела, дела-то самого так и нет. Есть предложение, есть обвинение, но дело пустое. Там нет никаких материалов, подтверждающих разглашение государственной тайны. Более того, я могу со всей ответственностью сказать, я все-таки занимался проблемами государственной безопасности 30 с лишним лет, то государственной тайны я не разгласил. Мне кажется, что люди искренне заинтересованы в том, чтобы в нашей стране были настоящие подлинные перемены.